Ну, например, взаимоотношения Россия-Украина. Как тебе? Тема. Не знаю, я как будто не очень никого. А как ты вообще представляешь себе в будущем наши отношения? Вот украинцев, россиян, где-то за границей, например, встретились. Как будем общаться? Ну, как по мне, нормально. Ты думаешь, все будет нормально, да? Ну, в душе, да. Смогут украинцы простить россиян, как ты считаешь? Что-то этого даже не знаю. Ну, а как тебе вообще жить в государстве, которое считается сегодня государство-агрессор, которое нападает на чужие страны? Ну, мне всегда не было комфортно жить в России. Но я здесь родилась, я поддерживаю свою страну. И поддерживаешь своего президента тоже? Ну, да. То есть ты даже уважаешь его, да? Ну, не то, что уважаю. Ну, не знаю, как он это называется. Ну, а за какие качества ты его уважаешь? Вот смотри, он должен чем-то обладать, за что ты его уважаешь? За что ты уважаешь его? Что он для тебя хорошего сделал в твоей жизни? Для меня ничего. Ну вот смотри, ты сейчас общаешься в какой телефон? Я не с телефона сижу. Ну, в ноутбук там или компьютер. Ноутбук. Кто производитель? Я не знаю. Ну, не Россия же. Звали на ноутбуке Asus. Да. Asus. Вот. А было бы прикольно, если бы, например, твой президент сделал бы все возможное для того, чтобы производить компьютеры или ноутбуки или телефоны у тебя в стране. Было бы же классно, скажи. Не знаю. Ну, было бы классно, да. Но это было бы, стоило бы хороших денег. А было бы, например, хорошо, если бы у вас было классное образование, классная медицина, и люди бы не уезжали из России, хотели бы оставаться в России. Было бы классно же. Мне нравится мое образование, так, мне нравится наше. Деньги все уходят на войну, понимаешь? Те, которые вы вот зарабатываете. Я знаю. Ну и как жить с тем, что вы сейчас повторяете ошибки Гитлера? Какие ошибки Гитлера? Ну вот Гитлер нападал на чужие страны, захватывал себе территории. Тратил на это деньги, убивал своих граждан и граждан соседней страны. А теперь то же самое делает Путин. И ты как бы есть соучастник преступления, потому что ты уже платишь налоги. Нет, я не плачу налоги, я не работаю. Ты в магазин ходишь? Ну, хожу в магазин. И покупаешь продукты, а на каждом продукте есть налог на добавочную стоимость. Ну, это делают вся страна. Вот. Даже в Украине. Я тоже покупаю, да. И тоже платят налоги. Да, но мы-то защищаемся. Это везде так. Мы-то защищаемся. Мы более того, мы кроме мы того... Россия от кого? Тоже, она защищается. От кого? От вас. А мы, что, мы на вас нападали? А вы от нас защищаетесь. Это подожди, а где мы нападали на вас? Сейчас. На данный момент это не исправим. Скажи, где мы нападали на вас? Много видео было. Ну, в каком году мы напали на вас, скажи? Я точно не помню, в каком году. А на какой территории мы напали на вас? Я не знаю. Я видела видео, но я не видела страну или какая-то. Ну, вот у нас в Украине сейчас идут боевые действия, война. Россия напала на Украину, и у нас в Украине воюют. А где мы нападали на вас? Что где-то воевали у вас на России? Я откуда знаю? Я видела видео и все. Ты говоришь, у вас... Смотри, как тебя зовут, скажи. Как тебя зовут? А зачем? Ну, как-то к тебе обращаться нужно. Ну, а для чего тогда имя? Вот, хорошо, давай. Ты говоришь, что у вас хорошее образование, да, на России. Тебе нравится? Ну, мне нравится мое. Зачем нужно образование людям? Для того, чтобы понимать, как устроен мир. Образование, образ, то есть иметь представление о мире. Слово «образ». Mm. Вот. Если у тебя хорошее образование, но ты не понимаешь,
что нападение – это когда одна страна пересекает границы другой страны и там воюет, убивает своих жителей своей страны, солдат, и жителей другой страны. Эта страна считается агрессором-захватчиком. Когда я тебя спрашиваю, где мы напали, ты говоришь, я не знаю. Вот твое образование, это же не тяжело, открой, посмотри. Где мы на вас нападали? Возможно, мы на вас просто не нападали. Как вариант. Но я не собираюсь сейчас оправдываться или что-то еще. Я тебе вам просто говорю, что я просто видела видео, мне показывали. И мне сказали, что это напали украинцы. И все, больше я ничего не скажу. Так, возможно, где надо... это было, когда это было, я не знаю. Ты как гражданин России, тебе нужно разобраться в этом. Тебе же строить потом страну. Зачем мне это разобраться? Потому что у нас сейчас... Я все равно в этом толком ничего не понимаю. Это ты пока не понимаешь, но ты будешь вынуждена понимать. Потому что то, что ты не понимаешь, отобразится на твоем будущем. На будущем твоих детей. Вы будете изолированы от общества. У вас не будет даже, как минимум, не будет интернета всемирного. Будет какой-то внутренний там всероссийский и все. Как в Северной Корее. От вас страны убегают, понимаешь? Я что-то даже не заметила. Скажи мне, какая бы хотя бы одну страну из цивилизованных, которая бы хотела с вами дружить? Да я откуда знаю? Я стран не знаю. Ты географию не знаешь? Ну, я ее учила, но не помню. Я понял. Ладно, у тебя ко мне есть вопросы какие-то? Нет. Да. Что-то там сегодня по Москве что-то прилетало. Или врут? Да, дроны прилетали, попали в жилые дома. Дроны попали или ПВО ваш? Нет, дроны попали в жилые дома. И прямо есть видео, где дроны залетают в жилой дом? Да, да. Покажи, пожалуйста. А? Покажи видео. Ну, Телеграм поищи, что мне тебе показывать. Давай, что искать? Захожу. Ну, не знаю, ищи. Дроны попадают в жилые дома. Вон, зайди в меш какой-нибудь. Сейчас. Давай. Потому что просто я тебе открою новость. Сейчас российскую, где пишут, что все дроны были сбиты. Это как понять? Не, очевидно, что не все. Это кто врет, ты или твое правительство? Мое правительство не врет. Может быть, средства массовой информации. Стоять. Стоп. Что ты говоришь? Ну, типа правительство, ты не можешь... Песков это кто? Песков? Не знаю, пресс-служба. Он имеет отношение к правительству или нет? Наверное, имеет. А если он говорит, что все дроны были сбиты? А где он говорит? Теперь ты мне покажи. Сейчас я тебе все покажу. Если он говорит, что все дроны были сбиты, мы поверим ему? Может, поверим, может и нет. Ну ты покажи. Почему? Сначала, почему нет? Не-не-не, мы сейчас с тобой определим, давай. Давай. Поверим? Что? Если Песков скажет. Смотря как скажет. Не, так не годится. Так я не буду искать. Если, смотри, если он говорит, что все дроны были сбиты, это что давай, означает? Это что означает? Но это означает, что дрон может сбить и взбить, и вот так вот по такой траектории падать и попасть в дрон. А кто его сбил? Может? А кто же его сбил? Ну, не знаю, может быть, ПВО. А зачем вы сбиваете? Зачем сбиваем? Чтобы ПВО, чтобы попало в дом. Мы-то целимся по военным частям, а вы сбиваете, берете и сами своих уничтожаете. У вас что, гражданская война идет или что? Понятно. А мы точно так же делаем. Когда я не спрашивал у тебя. Я у тебя не спрашивал, как вы делаете. Я тебя не спрашивал, это... Усатенький, не надо мне на нас переключаться. Все хорошо, выдохни. Все хорошо. Аум. Все нормально, усатенький, не переживай. Все хорошо. Все выдохнул. Все. Так что там у вас? Гражданская война или что получается? Да нет, ваши запустили дроны, попали. Так а зачем вы сбиваете их? Зачем вы сбиваете своим ПВО дроны? У себя летят, они мирно летят, дружно. От щирого сердца летят по военным частям. Сбили, попали в жилой дом. Ну что, сами своих же убиваете, получается. Ничего себе. От этого заключение, мое почтение. Слушай, а как ты считаешь в целом вообще, кто на кого напал? Я? Ты напал? Я считаю, что Россия начала СВО. Вот, специальную военную операцию. А кто вообще в 2014 году напал на кого? В 2014 году, дай подумать, по-моему... Сколько секунд думаешь? Турчинов там вел такую какую-то штуку, сейчас я не помню точно. До Крыма, Турчинов. До Крыма, да? До Крыма еще. Антитеррористическая операция. До Крыма, правильно?
что-то такое, а то, что такое было. Усатенький. Поезда дружбы еще. Усатенький. Это до Крыма. А, я тебе звук выключу, чтобы ты... А, все, ты подграешь? Ты подграешь уже? Ну, давай. Смотри, давай, я тебе отвечу. Ты же понимаешь, что у меня тоже звук выключается, смотри, не надо меня перебивать. Там была такая история, что у вас Атошечка была такая, помнишь, может быть, такую штучку? Вот. И вот она объявила против жителей Донбасса такую вот маленькую штучку. Вот. И жители Донбасса сопротивлялись этому, а потом и наши ребята подтянулись и, так сказать, внесли свою лепту. Вот. Все? Все, ты меня слышишь? Звук есть у тебя, да? Да, да. Смотри, скажи, пожалуйста, а ты была до Крыма? Не помню, если честно. Может, и до, может, и после. Какая разница? Ну, если ты так грамотно все рассказываешь, наверное, знаешь, когда это началось. В каком месяце началось это? По-моему, в начале апреля. 14-го, я тебе точно 14-го. Когда Гиркин зашел 12-го числа. Крым когда забрали? Не помню, в феврале вроде бы. Так что получается? Получается, что Крым вышел из состава Украины и вошел в состав. Каким образом? Чуть тебя глаза бегают? Право-лево. У меня аж самого, блядь, уже. Экран, потому что вот здесь, вот смотри, это большой монитор. Я понял, у тебя глаза бегают, блин, капец. У меня аж меня укачало от твоей беготни глазами. Ты не нервничаешь, все хорошо? Ты не нервничаешь, все нормально? У тебя не будет там приступов в эфире, ничего не будет, все хорошо? Нет, все. Стрим, что ли? Все, смотри. Если... Привет, ребят, со стрима, всем привет. Да. Смотри, если вы вторглись на территорию Украины, да? Угу. Это как называется? Да. Вторжение. Это? А это не территория Украины. Крым это уже не являлся территорией Украины. Представляешь? На какой момент? Он вышел из состава Украины. Когда он вышел? Украины, когда? Потом вошел... Когда он вышел из состава Украины? Тогда, в феврале. Я там дат не помню точно. Подожди. И там все нормально. Что такое выход? Меня это радует. Алло. Меня это радует. Алло. Потому что я... Алло. Брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум. Как... Смотри. Не перебивай. Что такое? Мы говорим о выходе Крыма. Мы говорим о выходе Крыма из территории Украины. Правильно же я понимаю? Говорю, чтобы ты меня не перебивал. Смотри, все очень просто. Ты опять наваливать будешь? То, что было 10 лет... Зграємо ми за горизонт, де би не були ви, ми завжди разом. Зграємо ми, як і хотіли ви. Зграємо ми за горизонт, де би не були ви, ми завжди разом. Вкупі тримаємось, як і хотіли ви. Окулярів стають непомітні лакмусові забобони. Вчора сказали, що смуга злітна, а завтра сердечні пардони. Сумніви зникають одного разу, як сон. Боже, какая плохая все, Россия. Может, пообщаемся уже, все? Вот это все? Все? Вот это ты навалил уже? Ну, по факту. Что, ты такой слабенький, реально. Ты такой слабенький, усатенький блогер, что ты не можешь пообщаться. Микрофон, потому что говорю я, ты меня перебиваешь постоянно, и теперь я солирую. Понимаешь, очень просто. Зграємо ми за горизонт, де би не були ви, ми завжди разом. Зграємо ми. Все уже, ты высказался? Ну, что еще тебе рассказать? Давай, задай мне какой-нибудь экзамен по датам, прогони меня, еще какую-нибудь херню. Давай. Которую ты пытаешься подловить, понимаешь? Ты можешь это подловить. Друзья, вы его знаете? Это реально блогер российский? Нет, кто-то может знает, напишите мне. Народ, если так блогер спілкується, подивіться, у него рот не закрывается. Он просто показывает свою слабую позицию. Коли людина так спілкується? Коли вона не хоче, щоб їй відповіли. Тобто вона навалює, говорить. Прекрасно розуміючи, що її зараз бачать. Він не хоче переключатися, бо йому соромно перед своїми глядачами. Але і спілкуватися на цю тему він теж не хоче. І ми тут дочекаємося, поки хтось із нас зліється. Да? Ну, ясно, що якщо він буде говорити дуже довго, я не буду довго слухати. Але все, ти вже включив мені звук? Да, потому что я тебя тоже выключал, вообще ни одного слова этого не слышал. Скажи мне вот такой вопрос. Я просто помню, минуты две назад ты говорил о том, что Крым на тот момент уже не был в составе Украины. Покажи мне, пожалуйста... Нет, я просто
вышел в состав Украины, вошел в состав России. Покажи мне, пожалуйста, когда он вышел, какое время, какой период? Какая разница? Какая тебе разница? Он сейчас. Нет, смотри, большая. Ракеты. Смотри, вы каким образом опять взволновали? Давай. Уть-уть-уть, вот ты мой сладенький. Уть-уть-сладенький, смотри. Не умеет общаться, дивись. Смотри, какой Крым. Так что там с Крымом? Так что, мы пообщаемся, может, не? Слушай, а скажи рефрижератор. Можешь сказать рефрижератор? Ой, а где волосики у тебя? Что с волосами на голове? Знаешь, есть такая штука, бритва называется. Есть такая штука, называется бритва. Я ею пользуюсь. Я понимаю, что на России, возможно, это неизвестное слово. Но и существует такое понятие, как бритва. Так давай как-то по сути. Я понимаю, что еще там наш подросток, у тебя внутри бурлит какое-то бунтарство. Ты хочешь высказаться и самореализоваться. Мы, может, пообщаемся? Может, мы пообщаемся, Юра? Юра, можем мы пообщаемся? Юра, это твой... Тихо. Ух, ты, кстати, угадал. Микола, ты что? Да, я Микола. Так, Микола или Тарасик, подожди, определись. Микола или Тарасик, Юрась, ну ты что? Юрчик, давай поговорим. Давай как-то успокоимся и поговорим нормально. Не даешь тебе говорить? Ты реально не даешь тебе говорить, ты не затыкайся, чувак, у тебя рот не закрывается. Я почему? Потому что начинаю тебе отвечать, и начинаешь кидывать середине моего ответа, поэтому я иду как ты, понимаешь? В смысле? Ты можешь что угодно говорить, а что такое? Задай вопрос. Я тебе задаю вопрос. Я тебе задам вопрос. Потому что я говорю. Я тебе хочу задать вопрос. Ох и секунд. Ох и трус. Ты трус. Ты трус. Ты трус. Ты боишься? Ты боишься? Да, нет. Ты боишься? Нет. Ты боишься вопроса? Нет. Да. Ну, почему? Ты, потому что ты боишься. Вопрос. Так закрой рот пока. Так рот закрой. Все, вопрос. Каким образом Крым вышел из состава Украины, скажи? Не знаю, там, по-моему, Верховный Совет что-то принял, какие-то эти резолюции, что-то решили, какой-то референдум был. Это не особо важно, 10 лет назад было. Все, ну, ты ответь, тихо. Дальше не продолжай. Нет, ты не прав. Никто ничего не принимал. Для того, чтобы выйти из состава какой-то страны, нужно провести референдум этой страны, всеобщий референдум, всеукраинский, например. Есть такое понятие, как сосеция, когда ты выходишь из состава одной страны и потом входишь в состав другой страны. Был ли у нас проведен такой референдум, скажи, пожалуйста? Где, в Украине? Или на Украине? В Крыму был? В Крыму был такой референдум? Да, вроде как был. Согласно какого закона он проводился? Так откуда же я знаю, я не юрист. Как ты считаешь, самое главное... Согласно каких законов вообще проводятся референдумы? Один закон, самый главный в стране, есть какой? Как называется? Ты с юристом разговариваешь или что? Может быть, я не юрист. Чувак. Это общее знание. Давайте отвечу. Я тебе отвечу. Я это в школе учил. Какой? Смотри, референдум проводится согласно Конституции данной страны. У нас в Конституции Украины нашей написано, что для того, чтобы отсоединилась территория от нашей страны, должен провести всеукраинский референдум. Он был проведен? Не знаю, наверное, нет. Нет, значит, Крым не вышел из состава Украины? Ну, а если крымчане, например, провели у себя референдум? Согласно какому закону не провели? Еще раз тебя спрашиваю. Под дулами автоматов. Смотреть надо Конституцию Крыма. Давай откроем, посмотрим. Подожди, давай я теперь поговорю. Давай откроем Конституцию Крыма. Подожди, я тебя слушал. Теперь я тебе даже статью подскажу. Знаешь, давай, Крым откроем. Диалог называется. Конституцию Крыма, давай откроем, алло. Я тебе объясняю, алло, хватит мне тыкать, алло, я тебя послушал, ты меня послушал. Хватит мне тыкать, говорит. Да что это, на вы говорить или что? Глубоко уважаемый Юрась. Я не знаю, ты просто не культурный. Вот культура, чувак культурный. Кину даю слово сказать, культурный чувак. Друзья, напишите, будь ласка, так культура выглядит россиянская, или не так? Скажите, братья Хохлуши, вот так культура называется, когда вы не даете просто человеку сказать, а потом такие... Не даете человеку сказать, друзья, он говорит, он рот не затыкаете. Просто как помыло якесь. Правительство, и вот он такой вот хуйню мелет. И поэтому вы ваша... Так что там с Конституцией Крыма? Как это работает? Что там с Конституцией Крыма? Давай решим. Я не про Конституцию говорю. Ты меня слушаешь или нет? Ты только что заявил.
Надо смотреть Конституцию Крыма о референдумах. Давай откроем, посмотрим. Ты свою линию будешь гнуть или что? Давай откроем Конституцию Крыма, это же не тяжело. Что за дурачок, господи боже. Как вот с ними? Они ну, а что ты хочешь мне сказать? Скажи, давай, давай, попробуй. Попробуй меня переубедить, давай. Что Крым отсоединился от Украины, давай, попробуй. Я тебя не надо переубеждать. Я не ставлю... Ты же заявляешь такие слова. Я не заявлял, что пытаюсь тебя переубедить. Ты заявлял, что Крым вышел из состава Украины. Твои слова? Вышел. Каким образом он вышел? Есть законный процесс. Ну, я не знаю, какие у вас законы. Тогда зачем ты... А свои знаешь? Ты будешь меня перебивать или что? Свои законы знаешь? Будешь меня перебивать или дашь мне ответить? Давай, ответь. Ну, ты свои законы знаешь? Ну, какие-то знаю, какие-то нет. Как можно... как согласно вашим законам... Как согласно вашей конституции можно провести референдум по отсоединению территории от вашей страны? Насколько я помню, я тут не... Открой конституцию, почитай, зачем ты помнишь? Да хватит меня перебивать, сколько можно? Я начинаю говорить, ты свое слово вставляешь. Прикольно, скажи общение, как ты вел себя, прикольно? Ты так начал общаться сразу, нет. Я начинаю тебе отвечать, а ты начинаешь откидывать. Да. Ты понимаешь, что в чем дело, что с тобой даже... По сути, Юра, давай. Раз, успокойся. Короче, я тебе отвечаю по факту. Давай. То, что, насколько я помню, как там происходило, у меня не 100%, не в последней станции, но насколько я помню, что на референдуме в Крыму там было два вопроса. Первый вопрос, согласны ли вы выйти из состава Украины, и большинство сказало «да». А потом, согласны ли вы войти в состав Российской Федерации? Да, это не точно, но примерно так вот все будет. И таким образом, ребята сначала вышли из состава Украины, им не надо было для этого вас спрашивать, да, потому что, насколько я еще помню, Республика Крым была, там, вроде автономная, что ли, республика была в составе Украины, да, и там, соответственно, что-то такое, типа, короче, ну, это не важно, это юристы пусть разбираются. По большому счету, мне все равно, что там было тогда. Главное, что сейчас Крым в составе Российской Федерации, а не в Украине. И ребята мои, которые там живут, которые... Все, это уже не важно. Бюллетень из референдума Крыма. Все, смотри. Бюллетень из референдума. Все, я понял, понял. Все. Я рад, что Крым в составе Украины России. Понял, да. Донецк, Луганск. Хорошо, давай, договори, да, я понял. То, что тратим... Друзья, мы ж другого не очікували. Ми прекрасно знали, що він так зробить.